«Октопас» я посмотрел впервые во время юношеского увлечения Хичкоком в такой уже печальный период этого увлечения, когда все лучшие и главные его фильмы посмотрены по много раз, а хочется еще. И вот ты ищешь менее очевидного раннего и позднего Хичкока, от которого ничего особенного не ждешь и скорее просто отдаешь дань. Даже не ему самому, а себе. В том смысле, что осталось совсем немного до «я посмотрел всего Хичкока». Поэтому надо смотреть, даже если неинтересно. Подозреваю, что у всех зрителей «Топаза», «Семейного заговора» или «Исступления» в наше время логика примерно такая. И никто не начинает знакомство с Хичкоком, с его последних картин, и никто не называет эти фильмы любимыми. «Топаз» чем-то похож на еще один фильм про шпионов. Советскую картину «Скворец и Лира» Григория Александрова. Похож в том смысле, что классик из предыдущей эпохи снял нечто ужасно старомодное и тяжеловесное. Но все его так любят, что стесняются ему об этом сказать. И только наглая молодежь на предпросмотре хохочет всем залом в самые трагические моменты, заставляя пожилого режиссера перемонтировать фильм, убирая из него те сцены, над которыми смеялся зал и на которые так рассчитывал Хичкок. Собственно, «Топаз» – это кодовое имя главы шпионской агентурной сети, раскинувшейся от Парижа до Гаваны, и благодаря перебежчику, бывшему замначальника КГБ Борису Кузенов. Мистер Кузенов. Борис Кузенов. Борис Кузенов. Борис Кузенов. Борис Кузенов. Наверное, все-таки Кузнецову. У американской разведки наконец-то появляется возможность схватить за горло этого коварного кукловода. Сделать это она хочет руками обаятельного французского агента Андре Девре, которого играет Фредерик Стаффорд, звезда военных и шпионских фильмов 60-х годов. Чехословацкий красавец-мужчина с волевым подбородком. Время действия 1962 год, самый разгар Карибского кризиса, но фильм был показан в 69-м году, так что Франция, которой фактически управляют советские агенты, это такая нехорошая карикатура на ту Францию, что совсем недавно пережила другой кризис – студенческие волнения 68-го года. Кубинская сюжетная линия, к которой вообще легко отнестись как к самостоятельному фильму в фильме, показывает Кубу первых лет Кастро, и ей, наверное, лучше всего подходит старомодный язык мастера, бородачи-диктаторы и проамериканские подпольщики. Это настоящие хичкоковские герои, с которыми их создатель обращается именно так, как они того заслуживают. Вдова героя революции Хуанита де Кордова спит одновременно с Рико Парра, явно срисованным с реального Че Гевары, и с работающим на ЦРУ Андре Девре. Как-то заранее становится понятно, что ничего хорошего и ее не ждет, но когда это ничего хорошего происходит в середине фильма, один кадр из «Топаза» превращается в иллюстрацию к Хичкоку как таковому, с его привычкой убивать главных героинь, не дожидаясь финала, идущей еще от психо, и известным умением снимать убийства, как любовные сцены и наоборот. Этим убийством можно только любоваться. Хуанита превращается в фиолетовый цветок и валится на пол в шахматную клетку, игровое поле двух разведок. А убийца, которого, конечно, никто за это не посадит в тюрьму, придерживает жертву окровавленной рукой. Попробуйте изобразить революционную Кубу ярче и страшнее.